полюбуйтесь нами. Там входит жизнь. Осыпал щедро нежной сиренью, лиловыми душистыми цветами. Немало будет праздников, весна и осень, день рождения, елки. А этот самый первый выпускной в душе детей останется надолго. Хотим представить вам наших выпускников. Встречайте их громкими аплодисментами. Александр Незабвенный, парень просто обалденный. Дома артистка уже высший класс. Редкий бриллиантик и только у нас. А вот и главные виновники торжества. Встречайте! Выпускники 2013 года Зыкина Тамара и Мутин Александр. Подружки, озорные хохотушки, знают слово обязательно, всех прилежней и внимательней. Встречайте, выпускники 2013 года, Медзаде Сюзанна и Алайбек Ирина. Встречаем, выпускники.
Нет такой больше, есть только у нас. Встречайте, выпускники 2013 года, Шарабанова Анна и Олимпиад Даниэль. Встречаем, встречаем. Вероника так умна и шустра, и весела, и танцует, и поет, очень весело живет. Ну а Сережа наш герой, поведет всех за собой. Встречайте, выпускники 2013 года, Прилепина Вероника и Беляков Сергей. Художница, Женя наш чтец, им сотню раз скажут все, молодец. Будут ребята по жизни шагать и получать от нее только 5. Встречайте, выпускники 2013 года, Пердышев Евгений и Таирова Шарифа. Встречайте, выпускники 2013 года, Мартынов Данил и Гутов Александр.
добрая душа водит важно, не спеша. И девчонок уважает, и парней не обижает. Встречайте, выпускники 2013 года, Семянникова Ева и Черных Кирилл. Сейчас покажу.
это? Рогатка. Чтобы птичек пострелять. Инструкция. Натягивайте. Прицеливайтесь. Бац! Попали. Вот такая штука. Нужная? А это пистолетик, чтоб друг друга попугать. Шумный кит-бак. Боитесь? Нет. Не боятся? Не боятся ничего. Ну ладно. Есть у меня еще одна хорошая штука. Большая кнопка. Чтобы на стульчик подложить. Показываю. Вот вы играете дома, а мамочка зовет вас покушать на обед. Доченька, сыночек, пойдемте покушаем. Ну вы же как примерно идете, садитесь и говорите. Мама, у тебя молоко убежало? А мама, как хорошая хозяйка, вскакивает, бежит смотреть молоко. Вы в это время подкладываете эту кнопку. Мама не видит, возвращается, садится. И крикнет. Представляете, как весело. И как хочешься. Ну вот опять не угодила. А я думала, это очень весело. Подарочки у тебя какие-то? У тебя еще есть подарочки? Конечно. Сейчас я порую твои сумочки. Вот этот, наверное, понравится. Это драгоценный камень. Им нужно окна выдевать. Нет, не можно выдевать окна. Нет! Так так смешно и здорово, когда бьются стекла. Звон стоит на весь мир. Звон, может, не веселый, но выглядит. Так это же родители будут платить. Ты как рассуждала? Ну ладно. Есть у меня еще палка-выручалка. Ей можно во все стороны махать. Никто не подойдет. Здорово? Нет! Ой-ой-ой, Шипокляк. Ну что же это за подарочки-то у тебя? Ребята, вам нужны такие подарочки? Нет! Конечно же нет. Мне нужны, так и не нужны. А больше ничего и не получите тогда. Да ты не сердись. Эти предметы ребятам в школе не понадобятся. Им нужны будут портфели, тетради, карандаши, ручки. Вот посмотри-ка, как наши ребята собираются в школу. Ну-ка, посмотри. Ребята, посмотрите, сколько у нас принадлежности, очень много для школы. А для школы что нужно? Портфель, конечно. А в портфеле необходимые предметы, так ведь? Да. Вот сейчас мне понадобится одна девочка и один мальчик. Александр Сергеевна, выбирайте себе мальчика. Хорошо. А я выбираю себе девочку. Пойдем, Саша. Знаешь, все, что необходимо для школы? А ты, Сереженька, знаешь? Все, что необходимо. На столе лежат много-много предметов. Там есть и ненужные предметы. Вам нужно выбрать только те предметы, которые необходимы для школы, для знаний. Договорились? Да. А ты еще Шипокляк, учись у ребят. А я проверю. Помогать буду. Обязательно помогай, учись. Хорошая. Итак, ребята, вы готовы? Да. Давайте тогда вместе с родителями посчитаем для наших деток. Раз, два. Три, два, 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 три
Светлана, доставай, Светлана. Что это? Это рисуем в клеточку. Нужна она для школы? Да! Конечно же нужна. Да. Как же рука-то будет у нас писать? Слово? Вот посмотри, какая отмечена. А зачем писать? Она стреляет. Нет, стреляет. Хулиганство называется. Да. Нам нужно ручки разрабатывать и писать. Доставай, Сюзанна. Да. Что это, Сюзанна? Скотч. Скотч нужен, ребята? Да. Правильно, чтобы рот заклеить, а они не кричат. Покажите, ребята, что покажите. Мало знает.
Ребята, вы согласны записываться в такую школу? Нет! Дети не согласны.